Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 28 лет, уже 2 месяца назад я уволилась с работы. Работала в офисе, сейчас живу с мамой, которая каждый день задает вопросы, ну что с поиском работы. Я ее прекрасно понимаю, потому что денег не хватает, хоть и не сижу у нее на шее, живу на оставшиеся сбережения, но еще пару месяцев их не станет. И вы понимаете, я никак не хочу искать работу от слова совсем, а надо очень надо. Ну вот, собственно, мы здесь и сталкиваемся с основной и главной вашей проблемой, которая заключается в том, что вы, по сути, пытаетесь себя заставить работать. Это, вот, ну, вообще говоря, это и есть проблема. Потому что надо, мотиватор, мягко говоря, мотиватор не очень хорош. Вот. То есть, когда вы руководствуетесь надо, вот, когда, если, точнее, вы руководствуетесь надо, то это как раз таки и является, на мой взгляд, худшим мотиватором для того, чтобы что-то делать. Потому что через надо вы пытаетесь себя заставить. Вот. Вы игнорируете то, что вам хочется. Вы игнорируете то, что вам не хочется. Вот. Вы просто банально это все игнорируете. А вместе с этим вы игнорируете и часть себя. Вот. Я бы сказал, что очень важную часть себя вы игнорируете. Вот. И на мой взгляд, именно в этом аспекте и заключается ваша проблема. Вот. Именно в этом. В том, что вы себя пытаетесь заставить. Вот. Никогда ничего хорошего из заставления не получалось. Вот. Ну и в принципе получиться, пожалуй, не может. Потому что это психологическое насилие над собой. Дальше. Значит, когда вы говорите, что работу искать надо, но вы ее не ищете, мы сейчас говорим об определенном протесте. Вот. То есть вы уходите, ну, по сути, вы уходите в протест. Вот. По сути, вы уходите в бунт. Вот. По сути, вы уходите именно в него, в бунт. Вот. И то, что вы бунтуете, это нормально. Потому что вы, судя по тому, что вы описываете, да? Вот. Ну, я бы сказал, что вы к себе невнимательны. Вот. Вот я бы, наверное, какой-то такой момент вам бы озвучил бы с точки зрения, опять же, психологии, да, и с точки зрения психотерапии. Вот. То есть вы к себе
относитесь, вот, я бы сказал, несколько неуважительно, вы себя обесцениваете, чувствуете это и сами против себя бунтуете. Вот, дальше. Предложение поступает, я не прихожу на собеседование или прихожу сразу теряюсь как рыба, нахожу, думаю, тысячу причин, все приделываю, лишь бы не искать вакансии. А чем вас это отвращает? Ну, то есть, очевидно же, что вас это чем-то отвращает. Очевидно же, что в этом есть что-то, что вас как-то пугает, напрягает и так далее. А вот что это? Что это такое? Вот можете ли вы ответить на этот вопрос? Может быть, ответом к пониманию данного феномена лежит то, почему вы уволились, например. То есть, может быть, история вашей работы и история вашего увольнения позволит увидеть то, что сейчас напрягает вас в работе. Вот. Если так, то, конечно, было бы очень здорово в этом тоже разобраться. А дальше, когда вы говорите сразу теряюсь, из-за чего вы теряетесь, это как будто бы похоже на стыд. Настолько мне противно их рассказ, звонить или отвечать на звонки. А что в этом противного? То есть, смотрите, вот здесь вы боретесь с отвращением. А подавляете в себе отвращение. Когда человек подавляет себе отвращение, речь идет о том, что человек подавляет заметить, что его личные границы нарушены. Нарушены, да. Что его личные границы нарушаются. Вот. Человек себе запрещает это делать. И вот мне бы хотелось, опять же, увидеть, как вы, грубо говоря, приходите к тому, чтобы запрещать себе чувствовать отвращение. Как часто вы это сами с собой делаете, и как часто вы это в себе подавляете. Дальше. Уже скоро придет мой муж, я все не могу найти работу, такой стыд, пишите вы. Стыд — это подавленная злость, тут нужно работать именно в этом направлении, на что-то вы злитесь. Вот, ругаетесь, вы пишите, вот что ругаете себя, откладываете дело, а кого бы вы могли поругать, кроме себя? Вот. Подскажите, пожалуйста, как побороть себе это нежелание поиска работы? Увидеть в этом внутренний конфликт и разрешить его. Я понимаю, что сижу, условно говоря, в своем коконе, мне хорошо. Ну, у вас откуда-то ведь появилась потребность в этот кокон уйти. Вот. То есть вы же по какой-то причине решили уйти в этот кокон. Вот. А это совершенно не случайно. Очевидно. Очевидно, совершенно не случайно вы решили в этот кокон уйти. Вы уходите от чего-то, от требований, может быть. Вот. А вот такая вот история. Вы почему-то сравниваете себя еще и со своим мужем, что говорит о том, что у вас не все в порядке с самооценкой. По-видимому, самооценку вашу
также нужно будет корректировать. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.